Привет! И сегодня мы будем распаковывать гвоздюкиза. Вот этих. Они называются бегемотик и носорог. А это набор куклы. Угу. Ну, давай распаковывай. Первый подарок мы распаковали. Угу. Огромная бутылка. Конечно, огромная. Вау, что это зеленое такое? Молоко. Молоко. Корова дает молоко. Да, действительно, корова дает молоко. Так, это что? Тарелки. Угу. А сколько тарелок? Два. Два, да. А ложечек сколько? Два кожи. Две ложечки, действительно. Для этих ребят. Для этих ребят. Хм. Вау, что это? Салфетки. Ага. Салфетка одна. Да, чтобы... И коробочка одна. Угу. О, кукику. Отступить. Ну, положи в сторону. Что же здесь есть еще? Это бутылочка. Совсем для малышей выкать. Они малыши. Малыши, да? Угу. Это бутылочка, сколько пить? Что выпить? Крышечка. Угу. Вот. Я закончилась. Угу. Забыла закончить. Вот так. Это получается поильничек, да? Сюда можно наливать чай. А это или... для ванны. Для ванны, это чтобы их шампунь, купать. Ага. А это пена. Ага. Это зеркальце. Это сколько наливать молоко. Это кремчик, когда купаются. Это козы должны. Вилочки два. Козы вилочки два. Тут макарон. А это козы три. Посолить поп. И помазать кремом гравадной. И соску дать на ночь. На ночь соску даю, да? Будь здорова. А что я там осталось? Расческа. Коза для купания. Для купания. А если мы закроем эту большую, огромную соску, что с нее выйдет тогда? Ну, там... Ничего. Ничего? А ты попробуй, закрой ее. Так. Смотрим. Видишь, здесь есть дырочка. Сюда можно что бросать? Да. Монетки. И... Много. Ну да, и если набросать много монеток, получится копилка, да? Да, копилка. Это не просто бутылка, это копилка. Да, и можно накопить много-много денежек и купить себе еще больше игрушек. Да? Я сначала покупаю ребят. Да, покупаю. Вот ванна вот здесь. Ага. Это коза гаваны. Так. Водичка. Смыла. Намазали. Не протерла.
Али. Макимся. Красавец. Красавец? Теперь я понятно. Присыпкой, да? Кремом помазали. Расчесали, расчесали. И что? Какой он красивый получился. Чистенький, миленький очень. А вон? Какой он там? А ну расскажи. Вау! Обалдеть! Какой хорошенький, тоже чистенький. Теперь пора виски и поспать. Угу. Шкалю на месте, где я брала. Я еще как. Правильно. Это очень важно убирать за собой, да? Ничего не потеряется и все по местам. Теперь у вас время еды, да? Да, молочко. Так, молочко. Это его тарелка. Это его. Наливаю молочко. В него мешочку. И в него. Все. Закрываем. Закрываем. Закрываю. Хотела я его. Он уже съел. Угу. И гугуху покакую. Угу. Какие умнички, все добавки. Обалдеть, он еще и добавки хочет. Немного милк молока, да? Милк молоко. Да. Я какое слово? Корова дает милк молоко. Милк угу. Это на английском, да? Теперь ребята знают, что milk на английском. Это означает молоко. Они сами сели. Сами? Да, все, они не хотят. Уже, конечно же, покушали. Кухню я складываю в кладовку. Тоже, да? Да, чтобы не потерялось. Чтобы не потерялось. И чтобы все было чистенько и аккуратно, да? Да? Ты умница прям. Продолжаем. Ой, молоко забыл. Ничего. Папа, оно не потерялось. Конечно. Теперь спать. Вам будет попить ему вот такого молока.
такой. Сонечка, а теперь, когда твои ребята спят, скажи всем пока. Пока. Подписывайтесь. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте на колокольчик.